Забайкальским волонтерам ежедневно приходят сообщения от читинцев о том, что в мелких торговых точках города резко взлетели цены на продукты. Совместно с Минэкономразвития добровольцы решили проверить эту информацию. Рейды в магазины показали, цены в них находятся в пределах нормы. Те, на которые жаловались в магазины, мы, конечно, обследовали, посмотрели. Действительно, если, например, не ходить в магазин недели две, то можно решить, что, например, это повышение цены, потому что вся дешевая мука продана, осталась только дорогая мука, да, и люди приходят и видят очень дорогую муку и говорят, ну вот, повысили цены на муку. Такая же ситуация есть в других районах города. На острове был сигнал о том, что дорогая вода, но выяснилось, что это вода не родниковая, которая из эконом-класса, а вода Агуша, она всегда была дорогая, поэтому люди просто раньше не покупали эту воду, не знали о том, что она так дорого стоит. По факту, такого повышения цен на ходовые товары, которые обычно берут, не было. Если вы все-таки зафиксировали резкий скачок цен в торговых точках города, фото подорожавших товаров можно отправлять волонтерам в Viber и WhatsApp по номеру 8-914-490-31-79. Проверку по вашему обращению обязательно проведут. Полина Харченко, Владислав Шатилов. Время новостей.